Еще одно мероприятие проходит под эгидой объявленного в России «Годы семьи». В картинной галерее начала работу выставка пастельной живописи «Центр Вселенной». На ее торжественном открытии побывала Луиза Егиазарян. Ольга Янгун приехала в Люберцы из Серпухова с мужем и сыном. В картинной галерее городского округа представлены ее работы. Сделав памятное фото, художник познакомилась с произведениями своих коллег. Потрясающая картина, все насыщены просто атмосферой. Смотришь на картину и прям ощущаешь, с каким настроением рисовал художник. Прям потрясающие, яркие такие краски, прям очень здорово. И душевные, теплые, там прям удивительно просто. Нам очень понравилось. Главная тема выставки – семья. Семья – это центр вселенной. Здесь более 120 работ художников из 12 городов России. Прежде чем попасть в этот зал, каждая картина прошла отбор у экспертного жюри. У нас был предварительный отбор, чтобы работы соответствовали теме выставки, да, и чтобы выставка смотрелась гармонично. И после уже отобранных работ они перешли нашим компетентным членам жюри, которые уже выбирали своих победителей. У нас есть номинация особую отметку жюри, там 10 работ, и призы за первое, второе, третье место. Во время работы выставки в картинной галерее будут проходить лекции про важность семейных ценностей и сохранение традиций. Посетить центр вселенной жители и гости Люберец могут до 15 декабря. Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛТВ.